7,5 миллиардов рублей потратит «Алроса» на техническое перевооружение. Это на 15% больше, чем в прошлом году. Деньги пойдут на оснащение 12-й фабрики в Удачном, перевод дизельных электростанций на нефть в Накыне и замену автомобильной техники. Наибольший объем инвестирования придется на комбинаты более 3,5 миллиардов рублей. На рудниках «Мир» и «Интернациональный» заменят буровые станки и подземные самосвалы. А «Прииск» и «Релях» пополнится 5 рентгенолюминесцентными сепараторами. Установят новое технологическое оборудование и на третьей фабрике. А в Ленский автопарк прибудут новые тягачи и прицепы.